оставить. Это все. Я просто думала, что все-таки может поехать сегодня. Нет, мы попробуем в палец. Мы будем всего смотреть бежать. Глебушка. Очень. А Рома тебя фотографирует. Чего ты испугался? Иди сюда. Мама увидит. А что, это же не ружье, это фотокамера. Лоси даже не боятся, как их Рома снимает. Сюда. Где? Здесь грязненькая ромочка здесь. Закончит? Давай. Иди сюда, милый. А главное, еще так сел. А так сел. Эти что не. Ну, пойдем сюда. Камера боится. А? Ой! Что такое? Да страшно как? Ой, как страшно. Какая страшная камера. Лев, давай, приди. У нас бублики перевозят в машине. Давай, подойди. Кажется. Я знаю, что кажется.
Грита с Ришей гуляет поначалу в это время. Она потом падает на спину около своего дома. Я так думаю, что она что-то не призабыла. Привыкай. Кто я? Так, Ренудиловка. Ну что, включай канал, мультики давай. Ты же умеешь уже, наверное. Еще не мультики. Если баклашек наберем. Ага. Мама не так страшен, да, этот парад? Какая? А Рома прям страшно, страшно. Какая? Глебушка. Какая? Сегодня 17 января 2016 года. Папа с мамочкой у нас. Немножечко. А что, все устал? Устал? Купаться пойдем, да? А мы пописали, потому что мы штаны мокрые. Да. Мы никому не скажем. Папа с Тёмочкой приболели. Глебушка их заразил. Поэтому мы уехали в космос. Чтобы не заразиться, снова самому. Так рубаху снова хочу. Ты мама, папа. Я Пугачиха молодая, да? Ку-ку! 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 Жена, мама. Ням-ням-ням-ням-ням.